секция образования разделена на три секции. Школа, детский сад, ИСУС, где мы показываем применение бережливых технологий. Таких площадок на третьем деловом форуме «Вектор производительности» несколько. Каждая тематическая. Представляет какое-либо производство, например, завод, центр предоставления услуг и другие. Акцент на обмене лучшими практиками внедрения этих самых технологий бережливого производства и применение комплексного подхода в реализации проектов по оптимизации офисных и бизнес-процессов. Все больше организаций и предприятий принимают философию бережливого производства, начинают пересматривать привычные способы работы и отношения к ней. По своему формату и количеству участников расширяется и сам форум. Мы принимаем сегодня наших коллег из 37 регионов Российской Федерации, от Крыма до Сахалина. Демонстрируем наши достижения, вместе учимся новому, обсуждаем и общаемся. Первый день на форуме выступят больше 20 спикеров. Это эксперты в сфере бережливых технологий в различных отраслях. На главной сцене выступят представители Росатом, Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда и другие. А вот это новые конструкции слева, стратегия управления изменениями, это разработка КАПСИ компании. Это не очень большая компания, Марк Розен, но просто с Росатом они уже где-то лет 10 работают. И на основании нашего опыта они вывели вот такую модель. Да, вот здесь две половинки. Когда у реформатора, который делает изменения, есть ресурсы, и когда у реформатора мало ресурсов. Только лишь теорией все не ограничится. На форуме предусмотрена и большая практическая часть. Открыты тематические модельные площадки «Город производительности», где продемонстрируют лучшие практики внедрения технологий бережливого производства. А во второй день пройдут деловые игры фабрики процессов. Будет организована работа практических образовательных площадок по развитию soft skills навыков. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».